Ребят, всем привет. Привет. Сегодня, значит, у нас 10 апреля, да? Сейчас я уточню, но в любом случае. 10 апреля. Сегодня суббота, солнечно, 10 градусов. Да. Вот мы встретились. 10 апреля. Встретились на Славянском бульваре, немножечко погулять. По треням сейчас немножко. Вы видели, да, какие стенки мы прошли? Что мы еще не размялись. Ну, я не хочу здесь висеть, очевидно, раз погибать. А я думал, что мы куда-нибудь туда пойдем, а типа, видишь, сюда вернулись. Блин, а ну ничего, туда не хочется быстро, где колено, наверное, у меня до сих пор. 13 дней, ребята, прошло, колено побаливает. То есть никогда у меня такого не было. Поэтому не хочу идти к тем стенкам, мне неприятно. Да, на улице тепло. Мне, кстати, Кирилл Викторович сейчас штаны подгонит. Свои старые. Я просто остался без штанов, смотри. А, смотри. Да. Блин, я про это место вообще забыл. Ну вот, отсюда и можно начать. Кстати, вот да, по расстоянию оно как раз прям. Далековато, но прикольно. Это Сергей Сергеевич переодевается в мои штаны. Быстрее, пока никто не видит. Пока никто не видит. Никто не видит, кроме меня. Камер здесь тоже нет. Пока что тоже белые. Так, сейчас ты почувствуешь силу Кирилла Викторовича. О, кстати, я уже начинаю чувствовать. Не, они, кстати, нормальные. Больные, кстати, слушай. Слушай, а тебе нормально? Спасибо тебе. Было бы здорово здесь долететь. Ну вот я не знаю пока что, Кирилл Викторович там манки от стены тренирует. Вон. Чё, получилось? Вот. Чё, допрыгнул? Ты допрыгнул, да? Йоу, а я вот это, хочу здесь допрыгнуть. Но у меня не получится, нет, чё. Ну как, я на видео заснял, что я типа нашёл этот лач. Ага, что давай. Я уже патентовал. Сергей патентует лач. Так. Давай, просто тут такой... Да, что-то ракурс просто вот не выбрать. Да, вот теперь видно ту перекладину. Слушай, ну, кстати, возможно. Да, потому что у тебя так. Сейчас чуть-чуть покурим, потом я настроюсь, подумаю, у себя в голове. Я. Итак, подайте мне, пожалуйста, камеру, Сергей Сергеевич. Ребята, смотрите. Если что, эту стену проломил не я. Я думаю, что это Александр Великий. Вот, а это Сергей. Кирилл Викторович на одной руке. О! Слушай, ну ты мощный. Я с 22 числа прошлого месяца пробую, еще месяц не прошел, я почти дотянулся. Охрененно, кстати. Не, молодец. Ага. Вот мы и на Таганке уже. Я как Николай Соболев. Николай на фоне стены. Сергей Ярдрин! Ребята, а вот и то, о чем я говорил, Москву начали отмывать. Это Сергей, это Кирилл Викторович. И это Москва, разводы, которая скоро станет чистой. Московские разводы. Лес первый раз. Чамакаси! Не, круто. С первого раза. Нет. Вот о чем я и говорю. Я немножко теряюсь на ступеньках, а не свойственно мне вышек по стене получается. Ага. Вот что мне. И поэтому я прихожу так странно, что здесь чуть-чуть это... Ну, нога не настолько широко становится, как я привык. Угу. Круто. И 8, шажков тут немного, но здесь специфический вис. Смотрите, как приходится висеть. То есть большие пальцы спрятаны вот сюда. Это довольно неприятно. Вот стиль и паркур. В общем, вот эта металлическая штука, на самом деле, ну и она еще полукруглая. Да, ребят. И режет пальцы вот эти вот нижние. Да, как раз подвесы дают. А это все почему? Потому что... Паркур. Паркур.
Эй, ты за тфу! Сейчас было вообще круто. Не, прикольно. Ага. Легко слишком. Ну, хотя бы так. Да. Оп. Ура! Я. Ребята, у нас сейчас сырочный перерыв. И Сережа уронил свой сырок Бью Александров. Можешь свистнуть в котлипа одной рукой достать его? Да, попробуй. Вот ты не специально, да? Да, это паркур-челлендж. Смотрите, что это будет. Вот он сырок Бью Александров за 43 рубля. 43 рубля на дороге не валяется. А, 47, охренеть. Спасение рядового сырка. Ногами земли не должен касаться. Ты давай вылези. Вот это паркур-перекус сырков. Mission completed. На самом деле я чуть-чуть это... Чуть-чуть устал? Устал. Калории сжег, но сейчас поешь, восполнишь. Мы сейчас с Кириллом задаемся вопросом, были ли вот здесь вот эти вот кондиционеры? Или их не было в прошлом году? Просто мне казалось, что их здесь не было. Как-то странно теперь, как будто бы, ну да, как будто бы не было. Ребята, ага. Когда вы еще прокатитесь по крыше на Таганке, а? На велосипеде. Нет, давай заново упал. Когда вы еще прокатитесь по крыше на Таганке на велосипеде? Никогда. А я катаюсь. Настоялся. По луже прокатись. Там спущенный зайка. А, да, кстати, это ты его портишь на самом деле. Мы были порядочные, вернули все на место. Да, да. Вот если бы так с машинами, вот которые вот здесь вот стоят. Ну вот я так вот ехал. Кстати, круто на самом деле. Вообще пошел как-то плохо. Сейчас что-то как-то было. Это паркур или не паркур? Все равно слабенько. Не. Не, здесь прикольно. О, это было соревнование с трактором, и это Сергей Сергеевич. Долетел, ура! Случилось непоправимое, мы снимали в 1080, а не в 4К, поэтому приносим вам свои извинения. Да, извините, пожалуйста. Извините, Сережа больше так не будет, обновил телефон и качество сбилось. Да.